Министр социального развития области Елена Сладкова рассказала о ходе летней оздоровительной кампании. В этом году 886 лагерей работают в Оренбуржье. Из них 48 загородных, 2 палаточных, 836 дневного пребывания. За первую смену в лагерях отдохнули 36,5 тысяч детей. Главным приоритетом остается безопасность подрастающего поколения. Но, по словам Елены Сладковой, немаловажно сделать пребывание детей в лагере интересным. В этом году все смены, в общем-то, проходят по тематической направленности патриотической воспитание, это, наверное, понятно и правильно. Тем не менее, есть и будут работать 28 профильных смен, то есть самые разные направленности, где как раз дети уже по линии самые различные, то есть спорта, культуры, социально-гуманитарные, естественно, научные и так далее. То есть по тем программам, которые утверждены для этих смен, будут заезжать именно в профильные смены. Министр социального развития Оренбургской области отметила необходимость модернизации базы лагерей, созданной еще в советское время. В частности, речь идет о лагере «Летняя сказка» в Бугуруслане, «Орленок» в Новосергиевском районе, «Чайка» в Новотроицке и лагере «Юность» в Оренбурге. Прошел конкурсный отбор. Уже отобрано 4 муниципальных образования на сумму 41 миллион, где, соответственно, будут проведены ремонтные работы. Деньги будут освоены в этом году. И еще у нас объявлены тоже конкурсные процедуры на 8 миллионов, то есть на оставшиеся деньги от 50. Но где тоже мы ожидаем, что будет победителем Новоорский лагерь, который тоже получит, соответственно, денежные средства на эти цели. Также Елена Сладкова напомнила, что с 1 августа стартует заявочная кампания на 2023 год, во время которой родители смогут подать заявление на государственную поддержку для отправки детей в лагерь. Она призвала родителей воспользоваться этой возможностью и заблаговременно позаботиться об отдыхе детей в следующем году. Антон Рудяк, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ. В Оренбурге прошел праздник приемных семей, приуроченный ко Дню любви, семьи и верности. На мероприятие приехали семьи со всех уголков Оренбургской области. Ребята дали концерт, на котором показали свое творчество. Родителям, решившим принять в семью детей, предстоит преодолеть немало трудностей и страхов. Но пример семьи Шаламовых может вдохновить на такой ответственный шаг. 17 лет назад наши дети уехали из дома, вот, и мы решили как бы пополнить свою семью, дальше воспитывать детей. Первая приехала Шаламова Алина Николаевна. Она взяла нашу фамилию, вот. Она закончила медакадемию и стала врачом-педиатром. Боялись, как ребенок к нам отнесется. Переживали очень сильно. Нам повезло. У нас все хорошие дети. Моя мама очень добрая. Она помогает папе, убирает скотину. У нас очень хорошая и дружная семья. Мы всегда помогаем друг другу. Я в этой семье уже с 2011 года, и они меня воспитали как родную дочку. Я их очень люблю. Главным организатором праздника выступил благотворительный фонд «Сохраняя жизнь». Фестиваль проходит уже в 7-й раз. Директор по развитию фонда Зоя Васюткина-Машкина рассказала о задачах, которые помогает решить праздник. Для нас очень важно, чтобы горожане узнали о том, что есть приемные семьи в Оренбурге и Оренбургской области, что они совершают такой ответственный поступок, делают такое хорошее дело, и больше детей становятся счастливыми. Мы занимаемся помощью опекунам и усыновителям. Также сопровождаем семью в вопросах воспитания детей. И также можем помочь продуктовой или вещевой помощью, если есть такая необходимость. Всего в празднике приняли участие 6 семей. Компетентное жюри оценило номера ребят, и все они получили заслуженные призы. Антон Рудяк, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ. Вот не прийти на эти соревнования, тот хоть как-то любит единоборство, не обязательно бокс, а вообще единоборство, нельзя. Такого праздника, такого сборища у нас еще не было. С 15 по 17 июля оренбуржцев ждет масштабное спортивное событие. Полуфинал всероссийских соревнований по боксу, матч ТВ, Кубок Победы. Мероприятие знаковое и особенное не только по меркам области, но и России. Впервые такой формат проводится. Скажем так, не было до этого аналогов в Российской Федерации подобных турниров. Но мы надеемся, что вот этот вот формат с элементами профессионального бокса, да, он как бы закрепится, да,
станет традиционным. Вот, и зрители получат еще дополнительно, скажем, такой праздник бокса, да, всероссийский. И самое главное, чтобы это было очень зрелищно и интересно с точки зрения телепрограмм. В турнире борются 6 сборных команд из Москвы, Санкт-Петербурга и Северо-Западного, Сибирского и Дальневосточного, Южного и Северокавказского, а также Приволжского и Уральского федеральных округов. Финал выйдет только 3 команды. Есть вот варианты, да? Секретная бумажка, но это варианты. Мы можем быть и первыми, и можем быть третьими. Тут вот, вот такой расклад. И, как вот показали бои в Санкт-Петербурге, невозможно даже предугадать. Вот. Бои пройдут в 5 весовых категориях. Команду Приволжского и Уральского федеральных округов представляют в том числе боксеры спортшколы Олимпийского резерва номер 3 имени Васильева. В 60 килограмм у нас будет представлять Артур Субханкулов, финалист чемпионата страны. 65 килограмм Габил Мамедов, 70 килограмм Алиса Шарифов с Уральского федерального округа, 80 килограмм. Нашу команду будет представлять Тамерлан Казиев, Самарская область. И в 92 килограмма нашу команду будет представлять Ярослав Дороничев. По итогу 4 этапов Кубка наша команда занимает 2-е место, уступив первую строчку спортсменам северной столицы. По результатам полуфинала, который пройдет в СКК Оренбуржье, определятся финалисты, которые поборются в суперфинале в Москве 30 июля. Уже в этот четверг в 19:30 у здания спорткомплекса пройдет взвешивание боксеров, где горожане смогут увидеть спортсменов, а также принять участие в программе и розыгрыше призов. Роман Ланцев, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ. Семь лет назад мы решили, что наши телескопы, в них должны посмотреть как можно больше людей. Начали выезжать за город, чтобы показать всем желающим красоту звездного неба. Сегодня приехало более, наверное, 200 желающих посмотреть. Мы не ожидали такого количества. Сегодня у нас план такой. Мы провели экскурсию по феномену НЛО, рассказали, что это такое с научной точки зрения. Дальше провели маленькую викторину на знание фильмов. И сейчас мы будем наблюдать Луну и планеты в телескопы. Первый раз, когда ты видишь Луну, огромную приближенную, огромный кратер, ты можешь по ней перемещаться, это, конечно, вау-эффект, это всех поражает. Или когда ты первый раз видишь планету Сатурн с кольцами вживую, не на картинке, а вживую, это, конечно же, тоже поражает и, наверное, впечатление на всю жизнь. Есть такая теория, что инопланетяне существуют, то, что существуют летающие тарелки, вот, но только это неправда. Вот, но мне интересно. Я знаю, насколько огромная не только наша Вселенная, но и космос вообще в принципе. И я уверена, что мы вообще не одни во всей этой Вселенной. Нам очень понравился и доклад, нам понравилась информация, которую рассказывали ведущие. Но я думаю, популяризация науки, любых направлений науки, она важна. И да, естественно, на Москве и Санкт-Петербурге свет клином не сошелся. Это должно быть в каждой области и должно поддерживаться силами и ресурсами области. Нам кажется, что уровень образования сейчас, конечно, уже гораздо выше, потому что астрономию вернули в школы. Это уже большой прогресс. Все-таки не хватает информации. И очень много альтернативных источников, которые мы бы не хотели, чтобы люди их слушали. Поэтому мы рассказываем настоящую картину, научную картину, а не ту, которую нам с некоторых телеканалов пытаются донести. Мы стремимся донести какие-то правильные знания, потому что мы крайне недовольны тем, что огромное количество засилия телевизионных передач, где рассказывают про магов, колдунов, про плоскую землю, ну, различные научные теории. Поэтому мы вот таким вот российским научным сообществом пытаемся популяризировать науку.